Положи сюда еще резиновые сапоги. Так. Спляши. Мы выезжаем, мы выезжаем. Всем привет, это снова я, Любомир Борода. И наконец-то настал этот день. Мы валим в Карпаты. Такой у нас Карпатиан Тур 2018. А где мы будем, пока не буду говорить, но постараемся показать вам много всяких разных интересных мест. Едем мы с друзьями в несколько машин, с детьми. Вот. Все, что будет происходить с нами в дороге прикольного, я вам покажу. Всякую шляпу показывать не буду. Вот. Хотели мы ехать на своей машине, но в самый последний момент нам ее немножечко подразбили, поэтому она в ремонте, и едем мы немножко раздельно, поэтому в машине, в которой еду я, мою семью вы не увидите. Но ничего страшного, там будут другие интересные люди. Прием, прием. Куда едешь? Соседнее село. Как слышно, прием, как слышно? Нормально. Расстояние где-то около километра, может даже больше. Ну да, да, это уже на максимальной мощности. Панда. 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 Приехали мы в Винницу, здесь остановимся на ночлег, сейчас пойдем покушаем, выпьем что-нибудь, переночуем, а вон Гера идет, вот. Гера дружище, сейчас мы с ним тоже повстречаемся. Здравствуйте! Привет! Ага, привет. Привет. Я Гера. Приятно слышать. Которая обеспечивала весь город водой когда-то в довоенное время. Во время войны ее расхрячили, и она перестала работать, но со временем ее как-то восстановили. Ну, сейчас она просто служит символом нашего города и музеем. Музей. Вот. А к Пирогову, я надеюсь, мы однажды все-таки попадем. Мы специально приедем, просто чтобы вот уже здесь потусить на пару деньков. Да, когда, ну... да. Прошлые две поездки мы ходили в заведение библиотека, сейчас встретили Геру и тоже пошли, не изменяя своим традициям, можно так сказать, в это заведение покушать.
наше утро в Виннице. Вчера мы так погуляли допоздна. Снимать толком ничего не стало, потому что там это было то одно заведение, то второе. Потусили с Герычем, пообщались. Вот сейчас покушаем и валим уже в Карпаты. Предстоит дорога еще на протяжении там 7 или 8 часов. Если по пути будет что-то интересное, а должны быть залезщики, я вам их покажу. Правда, в прошлый раз показывал, но покажу еще раз. Вот. Ну и, собственно, пока все. Вот, Винница классно, уютно и красиво. Всем привет, меня зовут Любомир Борода, и я видеоблогер. Чувак, от моих фанатов. Известный видеоблогер. Вот, встретил своих фанатов. Передавайте привет подписчикам. Маме. Привет маме. Футболка Любомир Борода. Маме. Проезжаем город Бар. Задерживаться не будем. В прошлом году я вам подробно показывал. Кто не смотрел, вот здесь вот ссылочка на прошлогодний влог об этом городе подробно. Вот, вот ссылочка. Вот. А мы едем дальше. Белочка пропускает караван. Я замыкающий. Топографический кретинизм это называется. Угловатые края, а здесь гладкие. Это очень ценный экземпляр для нашего музея. Кстати, тоже ценные яблоки. Таких яблок, в принципе, вы нигде не найдете, только в этих краях. Самое главное, бесплатно. Жрать невозможно, но только бесплатно. Яблоки, как гранит. Камень, покажи еще раз. Яблоки, как гранит, гранитные яблоки. Да. Вкусно? Очень. Возьмем в музей коллекцию. Валим. Приехали в город, который славится своими борщами, называется Борщов. И хотим поесть борща. А то куча вот этих вот построек каких-то, да, вот мы нашли. Забава называется, Забава Борщивска. И не можем никого найти. Ну, я думаю, сейчас мы найдем, нам очень надо покушать борща. Никого нет, борща нет. Немножко заблудились, но все-таки нашли. Нашли. В прошлом году здесь были. Всем привет, меня зовут Любомир Борода, и это мой канал. На своем канале я рассказываю обо всем. Вот, вот он, давай, Фортис, потому что ты сильный. Юра, я снимаю, и меня снимают. Я видеоблогер из Николаева начинающий. Снимаем сейчас про залезщики, кстати. Да, вот встретил видеоблогера из Николаева начинающего, да. И снимаем про залезщики. Про залезщики. Все видеоблогеры... Осколки солнечного дня. Все видеоблогеры из Николаева едут в залезщики. Любимые, обнимают. Знакомятся друг с другом. Вот еще один видеоблогер. Я... Сенатор. Сейчас начнем
Я вам больше скажу, что так, все видеоблогеры начинающие, даже те, которые в Нью-Йорке, Сан-Франциско известные, Лос-Анджелесе, они все начинали свои блоги с залезчиков. Да. Красивый вид, река, есть о чем сказать, даже если ты немногословен, тут, в принципе, вполне можно. Можно ничего и говорить не надо, главное просто, просто вот и показать и все, и все ты уже самый модный, например, видеоблогер. Видите, можно сказать слово «обосрались» возле да. телефона, показывая все эти бутики, короче говоря. Вот встретил видеоблогера в моей футболке. Делаю панорамный снимок. Панорама. В прошлом году мало были мы здесь. И в этом году тоже уже торопимся на базу. Поэтому по-быстренькому тяпнуть шампанского и ехать дальше. Приехали мы в лагерь, поселились. Народу у нас, правда, много. А вчера был кипиш, не могли понять, кто куда селится, как, что, везде. Домики деревянные, поскрипывают, конечно. Не все гладко, там с водичкой иногда проблемы не всегда доходят. Но в целом это все компенсируется природой, вот этими красивыми видами, прикольным бассейном, чистым свежим воздухом. Очень кайфово. Сегодня денек проведем здесь. Вечером состоится презентация нашего фильма про карате-клуб «Фортис». Вот. А в следующие дни уже начнем гулять по окрестностям. У нас 6 часов утра, на базе мы третий день, вот. Стараюсь просыпаться рано, делать какой-то комплекс упражнений, чтобы после операции, которую мне сделали не так давно, поскорее восстановиться, прийти в норму и чувствовать себя как можно нормально, как можно лучше. Вот. Просыпаюсь я всегда рано, вот. И решил, пока я в лагере, тоже не упускать возможности тренироваться, вставать. В 6 выходить уже на тренировку. Тут классный воздух. Хорошая атмосфера. Мне очень нравится. На часах почти 7. Утреннюю зарядочку провели. Сейчас пойдем с Таней. Сделаем кружок. Вокруг по местности покажу вам по такой тут горы, красивые виды, пройдемся. Посмотри на меня. Чупакабру встретили. Ты какая? Как тебя зовут? Ты чупакабра? Посмотри на меня, ну-ка. Ой, ты какой. Ой, ты носик чупа.
Ну-ка посмотри на меня. А ну посмотри на меня. А ну посмотри на меня. Ай, ты молодец какая. Очень круто гулять вот так вот по утрам. Такой туман, классные виды, вообще офигенно. Еще я очень люблю нашу базу за бассейн. Какое бы ни было прохладное утро, а после зарядки, после пробежек, прогулок, нырнуть в бассейн — вообще кайф просто. Thank you.